The enemy has seized a strategic area. You have seized a strategic area. Lots on, boss! Of me. You have seized a strategic area. Orcs is best. That's not supposed to burn. Fix it. Move that junk. Take your damage, boss! We'll fire another day! The enemy has accumulated 25% of strategic points. Yeah. You have accumulated 50% of strategic points. Orcs is best! Boss, we gotta go! Let's show up! Here we go! Locked on, boss! More Decker! You have seized a strategic area. Full speed! Boss, we gotta go! Got it, boss! You want us over there?
You got it, boss. Hit the red button. Oops, oops, oops. Yeah. You have seized a strategic area. Here we go! You got it? You have seized a strategic area. Hit the red button! Orcs, orcs, orcs! The enemy has seized a strategic area. Faster, you grots! Wings ready! You got it! You want us over there? You have seized a strategic area. Enemy ship sighted! Enemy ship sighted! Enemy ship sighted! Accumulated 50% of strategic points. We'll get him, boss! Привет. В общем, вы видели, да, наверное, как это было весело сейчас. Непонятный тиранит. Причем даже два подряд. В общем, хочется сегодня орками мне прямо забраться в топчик за сегодня. И к вечеру хаосом поиграть. Ну, либо если надоест орками, то буду хаосом играть.
Посмотрим, как пойдет. Еще пробовал камушками стратегию сегодня. Но что-то как-то у нас непонятно, как ими играть. Не совсем я понял пока. Вот такое вот веселье. Тау-тау, да? Тау-тау сейчас будет по нам издалека лупить опять. Ах. Посмотрим. Тип, прямо он тип вообще конкретный. Не знаю, что он сейчас, как с ним сражаться его. The fight is over here. Двигатели выбивать. Дальше видно будет, как там что. You have seized a strategic area. You want us over there? Наверное, сразу туда полетим. Fox is best. Эту и так захватим. Full speed. Весь идет нормально. Носовых орудий. Чем бортами вертятся там? Не хочется. Полетели самолеты. Скорее всего, прям по флагману. Я думаю, будет это сразу. You got it. Нет, не на флагмана они полетели. Странно. Уже, в принципе, это видел, куда что. The enemy has seized a strategic area. Прямо его сразу. Как пойдет, сейчас посмотрим. Сколько что? Нам флагшип сразу же размотали. Ну, было вообще очень предсказуемо с его стороны. Что-то у него пошло не так с его это, движениями. Жесть. На таран пошел. Я даже не хочу никуда особо двигаться, встали и стреляем. Портом будет туда интересно стрелять. Там даже. В принципе. Просто стоит расстреливать. У него была тактика, скорее всего, стоять и нас расстреливать. А
получилось, что мы стоим и лупим. Да, маленько двинемся вперед. Думаю, вот так вот. Где он? Как вообще? Вообще-то я, ну, смысл был на абордаж, короче, правильно. You have accumulated 50% of strategic points. Time to stop them. What do you want? The fight is over here. Пять бунт, бунт, все. Тау. Забавный был парень. Я флагмана, да, грамотно нам сразу выхлестнул. Если бы не выхлестнул, было бы еще все веселее. Ну и большим своим корабликом он там мелких своих же забрал. Получается. Хотя следующего подождем. Кто нам там попадется? Что, пока 3-0. Сделать себе где-нибудь записульки, что ли. Говорится 10, чего получится по статистике, ради интереса. О, с этим я уже играл тиранидом сегодня. Он меня почти убил, кстати. Лететь, чего брать? Ну вот эту, что ли, наверное, захочу полечу тогда вот этим. А этими полетим туда. Наверное, как-то так сделаем. Faster, you grunts! Full speed! Почему не полетел? Информация прямо сейчас. Там у него два здоровых корабля и два маленьких. И они аешки двигают довольно-таки жестко. В прошлый раз я на тоненького вообще выиграл. Парни начали бунтовать конкретно. Там мы сейчас посмотрим, что тут будет и как. Надо постараться хотя бы по точкам, что ли, как-то выиграть. You have seized a strategic area.
причем вообще, видите, непонятно где он, то есть он в принципе скорее всего откуда-то с фланга двоен будет, я так понимаю, нападать. Что за хвост бросился? Лопухнулся. Окс, окс, окс! Не понимаю, где он. Окс is best! Ну, хотя вот тут что-то летит. Наверное, он где-то здесь. Но пока мы... Enemy six sighted! Да, один уже пришелся. Here we go! Завернемся сюда. Эти уже, скорее всего, покойнички, ребята. Что-то вот такое летает вообще. Какая-то фигня. Где полетели воевать? Пока так и будем на кнопки летать. Нет. Не буду пока. Прожимать. Ну все, он тут всех не схватил. Довольный. О, тут еще даже вот так вот, да? О, вот и большой. You have seized a strategic area. Кто я захватил? Ну не знаю, не знаю. Что сейчас выйдет? Флагман у него где-то получается. Типа такой спрятался. Поджал тут тоже бодро. Блинка не так. Но. Да. Что-то я зря. Сейчас прожал его врыв. Конечно. Что-то я свои кораблики сейчас поднимал, чем. Вот так вот я. В принципе, может и у него остался, да. Пошел. Чего он как бы моральку подрежет тоже, на самом деле. Только дотянуться надо. Дайте в нас влетать, парень. Мы так не играем. Мы хотим стреляться просто. А если ты будешь... Все. Вот снова. Победка. Четвертая, да?
Пока четвертая. Почему-то, да? Сорок три. Угу. Нормально. А орков? Пятый. Надо на пса обогнать. Кстати, нормально слышно, нет? Если не сложно, напишите, потому что я тут что-то звук настраивал. Должно вроде быть получше, чем всегда. Проворот, спасибо. Ага, то я засомневался. Потому что было обычно игра сильно перекрывала, как бы то, что говорю. Я тут вроде поднастроил. Но пока не знаю. Что-то я не поставил. Там империя, по-моему, да? Империя. Империя. Ладно. Империя. Будем с вами, значит, сейчас дружить. Так, секунду, я маленько тут прервусь. Дочь маленько веселит. Получается, ты не вчера конфисковал. Пошел. Малышка. Империя, империя. Будем им тоже двигатели отключать. Потому что... You have seized a strategic area. Пять корабликов, да, кстати? Wings ready! Интересно. Eater at Vaughn! Orcs is best! Тоже, наверное, все-таки сделаю стрелять с морды. Move that junk! Чтобы нет. Here we go! The enemy has seized a strategic area. Почему они у меня не все улетели? Странно. Реально странно. Тоже, да, не все. Это что такое вообще? Раз такое вижу, чтобы кнопка срабатывала по кускам. Я теперь как должен на них врываться-то буду. Тут
что хоть сработало? Сработало. Ну, смотрите, то есть она мне говорит, что эти уже все готовы. А это, получается, половина еще нет. Печально. You have seized a strategic area. The enemy has seized a strategic area. Enemy ships ahead. Full speed. Тянем. Нас решили поймать. Enemy ship sight. Я улетел прямо. Еще можно ждать. Ну вот, все равно вроде вот они там что-то пофиксят, хотят, не пофиксят, не знаю, но пока вот этот маленькая толпа маленьких корабликов разносит все равно. Дамага большая. И получается, ну, убивать их сложно. Только разве что там некроны все равно очень напрягают. Ну и вот эти, кстати, тоже механики. Посмотрим, что у него забил, конечно.
Да, и по стоимости, и по всему там нормально заходит. Хотя большие каменюхи там тоже прикольная штука. Капли. Они крит иммун получаются на них. Тоже довольно-таки интересно, конечно, ими играть, но надо будет потом потестить. Пока. Нажал. Печально на самом деле. Забываю иногда. Все. Так, так, и один у него где-то спрятался еще. Краем глаза видел. Или лететь, или не лететь. Успею, не успею, если кнопку прожму. Слышно, не захочу. Все вылетят. Ну вы поняли, да? Да, было чуть-чуть подождать. Ладно, мы слетаем сейчас сюда. Да, по ним тем более все равно стрелять начали уже. Orcs is best. Тебя заметили. You have seized a strategic area. Все, это вообще бред. Нас сейчас просто тут размотает. Orcs. Так вообще под эту залетел. Просто очень-очень больно было. Нам надо просто быть с ними в глазе. Нереально круто, конечно.
конечно, так затаранить сам себя полностью. Сейчас мы так еще сольем. Учитывая, что... Флагман. А у него еще куча кораблей. You have seized a strategic area. У него еще куча кораблей, да? Get them! Попробуем. We'll get them, boss. Turn the storm. You have accumulated 50% of strategic points. Маленькие кораблики решают. Дамаг они дают, все равно хороший. Faster, you grots! Да ни у кого ничего нет. Произойдет. You ain't the boss of me. Но вот это никогда четверо друг друга врезались, это было вообще эпично, конечно. Прям вообще эпик. Че, вот этот генератор ему тоже ни к чему вообще. Time to stop him. Закритует так хорошо. Orcs is best. Чего надеяться? Почему? До конца. Будем биться, говорит, до конца. Ну, как-то так все равно. Так, сейчас спрошу у дочери, что тут все-таки происходит. Лиза, ты что хотела? Как за хаос? Ну давайте сейчас в этот раз сыграю и покажу, как за хаос попробую, по крайней мере, может что-то получится. За тиранидов не это, не играю. Вообще, за хаос сам хочу научиться на самом деле, вот давайте после этой игры сыграну. Вот с этим я тоже играл уже с парнем, вот такой какой-то напряжный. Орков вот такой билд. Вот, смотри. Куча маленьких корабликов. Да.
ты мне говорила уже. Ну, посмотри, хорошо. Все. На орков билд такой. В общем, 8 корабликов. По сотне, которые стоят. Маленькие, легкие крейсера вот такие. С пушками. И куча маленьких вот этих тоже с пушками, которые стреляют. Ну, сейчас увидишь. Ну, по 48 они там бьют. Все. И все просто. И никаких заморочек. Врываешься, убиваешь. Кстати, там надо поправить, по-моему, да, еще одну там себе не написал. За сегодня вот пока так. Пока 6-0. Посмотрим. Сейчас после этой сыграю хаосом. Ну, тяжелая здесь не варик. То есть, ну... У меня была как-то игра против такого парня на тяжелых. Вот вчера, по-моему, я играл. В принципе, да, он меня поубивал. У меня остались маленькие 6 корабликов. И я этими 6 корабликами просто все равно законтролил. Он не смог карту захватить, и я по очкам выиграл. А, это я что ли готов не нажал, господи. Сижу, жду. Ужас. Ужас, ужас. Так, это у нас эти духари, да, там? Духари, духари. Короче, бегать от нас сейчас будет. Сила в количестве мелочи. Ну, компанию не знаю. Я вот, если честно, компанию вообще не запускал, в принципе. Не знаю почему, хотя вроде, наверное, она интересная. Ну, когда-нибудь потом поиграю. Пока что-то мне PvP вот нравится. Получается маленько, и все как бы. А в компанию я даже не играл. Не знаю. На самом деле, времени просто тоже не так уж много, чтобы все это... The enemy has seized a strategic area. Full speed! Ну, смотрите на него. Из-под носа хочет захватить. Вообще, что ли? Обнаглел. Друг, ты чего? Вот ой, беги отсюда. Ага, вот. Видим сразу зато. Посерьезней. Кораблики. Захвачу, это еще и флагман, да? Флагман у него с порталица однозначно. Это вот вообще 100 пунктов он у него будет отсюда портал потом прожимать. Но, может быть, мы ему по случайке сейчас как-нибудь сломаем мотор, например. Это было бы смешно. Надо лететь. Здесь тоже, да, у нас какая-то печаль. Просто убили на точке. Чуть-чуть остается. Чуть-чуть, совсем. Совсем чуть-чуть. И вопрос. До флагмана, да, это все зашло. Нет, и давайте сюда сразу. Похоже, телепорта-то нет.
разобрались. Поедем остальных убивать, значит. The fight is over here. Поехали дальше. Сколько он там от нас будет бегать, я не знаю. Ну, пусть пробует. Enemy ship sighted. Посмотрите на него. You got it. Вас просто. Oaks, oaks, oaks. Просто люди, парень. Boss, we got him. You have accumulated 25% of strategic points. More Deca. Get him. Решил ворваться в нас. Here we go. The enemy has seized a strategic area. Сломайте, вот все. Мотор. Ничего ему уже не нужно. Парень просто психанул. Зато быстро. Вчера он примерно так же, по-моему, от меня отлетел. Просто вышел и все. Смотрите, уровень у него 30-31. Друхари. Арчаниста, да. Кана. Посмотреть, кто это такой вообще. А? Топ-6 был, видите, вот. Как-то вот так вот. Ну. Это был топ-6 у нас человек в 1 на 1. Ну, 30-30, да, так вот, я, вот это вот, интересно. Ну, он даже... Как-то я его и не заметил, почему-то. Не знаю почему. Если бы знал заранее, мне кажется, я бы, наверное, напрягся, что он там какой-то топ-6 там или что-то в этом роде. Давайте хаоситами сыграем. Я, если честно, только не знаю, что им брать вообще. Ну, наверное, точность там взять, дальность атаки взять. Флот у меня вот такой вот. Интересно. Тут, по идее, 10 уровень, когда будет, там надо будет брать билку, которая всех стопит, и как бы будет вообще все хорошо. А так вот 6 корабликов в бойне. Хорошие кораблики очень. Их. Акробатареи и ракетная тюрель вот эта. Скорострельность хорошая, стреляет больно и нормально. В общем, как-то так. Да, сейчас давайте попробуем. За хаос я, по-моему, пару раз играл всего. Будет видно. Как что. Вот против людей. Ну. Честно, не знаю, как это сейчас будет выглядеть. Сейчас проверим. Вонючие кораблики. Некроны контрторков. Жестко. За счет АОЕ. За счет АОЕшки жесткой некроны. Ну, с ними, по крайней мере, реально тяжело. Очень тяжело. Вот так. Кстати, вот одного, пожалуй, я сюда вот возьму все-таки. Чтоб просвечивать.
Show us our victims! Хуманов, смотрите, пачка. Прям пачка. Опять точно, да, один ушел сейчас. Винвиз уйдет, нет? Нет. Reporting! Ну ладно. Moving to those coordinates! Я, честно, в них тут не разбираюсь, еще в этих вот какие там брать, что тут, ничего, ни на что пока не влияет. Внешний вид что-то корабликов. Потом, я думаю, надо будет тоже за пульнямым зонтик. Раз уж они такие у нас им покинули. The enemy has seized a strategic area. Вон точку забрать и с ними подраться. You have seized a strategic area. Эти пошли оттуда сразу. The enemy has seized a strategic area. Чё, он же нас заметит, да, получается, отсюда? Все равно. Engines hot! Должен, скорее всего, да? Так, у нас есть стазисная бомба еще. Так. Enemy ship sighted! Setting course! Смотрите, маневрирует всяко. Не хочет с нами. О, полетели кораблики в нас. Сразу же. И по нам стреляют. Enemy ship sighted! We'll follow your command! For now! А мы по ним будем стрелять. Что-то... We are unstoppable! Говорит, неостановимы, все такое. Говорит, ничего не знаю, говорит, погнали воевать. Ну давайте. Повоюем. Против, так всем полетел. Самостоятельный. Ну, дамаж, видите, у кого-то эти кораблики дают. В принципе, ну, не знаю, меня вообще устраивает. Там артиллерия. Отстреливает только в путь. We stand ready. Reporting. Moving to those coordinates. Slaughter them. We stand ready. We are unstoppable. Улететь к своим. For the Warmaster! The party! Enemy ship sighted! Incompetence! We cannot fight on! Давайте это. Бунтовывают. Ну все, GG, вот видите, вот как-то так. Даже, слушайте, интересно, мне понравилось самому таким хаосом играть. Понятно, что это, конечно, там
бронзовый парень и все такое, но давайте продолжим орками. Хаос оставим на сладкое потом. Орками, да, орками надо врываться в топчик. Они тем более такие милые, добрые. Это же орки. Поэтому как ими не играть? Вот смотрите, снова парень. Топ 6. Пробуем еще разочек против него сыграть. Интересно, в прошлый раз он не понял стратегию, или почему так у него получилось, что он так прямо соснул. Ух, бедняга, он сейчас может спокойно меня расконтролировать, начать каким-то образом, потому что... Че, он же каким-то... Как-то же он в топ-6 держится на этот, за эту расу, то есть там же тоже не все так просто ими играть. Как-то же надо. Ну, все равно я туда полечу, но вот по идее. Так вот, наверное, надо все-таки делать. Ну он, да, засплитился. Весь такой. По два корабля. Все такое. Тут мелочь, что-то неинтересно. Тут большой корабль. Главное, флагмана ему бы сразу же тоже найти. Так же, вот, как в прошлый раз. Вот он, видимо, я думаю, что просто не знал, что у меня будет магнит, и поэтому... Ну хотя, ты против орка играешь. Как... У тебя 30 уровень. Как ты думаешь, есть у тебя магнит или... Ну, должен же ты знать, кто с чем бегает. В принципе, так что тут... Не знаю, почему он так подставился. Или он думал, он убежит, или что. Я вообще, если честно, потерялся в догадках, как это он так слил тогда. Но слил и слил. Ну тут ладно, тут не очень интересно. Значит, основная все равно там движуха сверху. Получается. Вот видели, где 100% крит, который Вах дает? Где он? 100% крит. Чё, никуда не зашло? Слышите, издалека. Ещё попали мы еще в говнище. Больно. Так. Висит. Тоже. Сюда давай. Да, то сейчас не спасет уже. Все. Хорош. Не-не-не.
таран сброс. Не мостик, да, сломали. На главном корабле. Сейчас у нас будет печаль. А, еще вот. П5 его ложим. Вонь прямо вот вовремя ложится. Вот видали? Вот это вот видит мораль. Печально. Это вообще, конечно. Так она. Под это. Не вовремя. А еще 40 секунд, по идее. Вроде должны наоборот, они там, вау, мы там бьем там этих эльдариков, там, да, давайте. А, бунт за бунтом происходит. Чё за бунтом? Ну-ка, давайте туда. Убивайте уже. Убивайте. Идите теперь вот так. ХЗ только как там это вообще? Вывозить сейчас там просто все закритованные. По самое не хочу. И вот теперь он меня будет просто кайтить, похоже. Ладно, пусть неспешно. Летят куда-нибудь все. А он просто гасит на нас. Да хорошо. Давай будем так же стреляться. Потому что ты решил, что ты можешь. Там еще мелкий. Он сейчас одним флагманом, по сути, может спокойно мне все испортить, потому что. Ну долетело же, господи. Туловище. Hit the red button! Enemy ship sighted! The fight is over here! И он контролит у нас теперь все, да, получается? Here we go! О, мотор случайно починился. Locked on, boss! Move that junk! We'll be back. Faster, you grots. Давай мотор сломай. You ain't the boss of me. Печально, печально. Oops, oops, oops. Это все печально, но что у него там? У него ничего не закритовано, у него все хорошо. Один на один. Ну я не знаю, один на один, как мы с ним сейчас будем воевать. Учитывая, что он в стелсе. По очкам у него преимущество, да? На таран его брать не было. Что захватывает по полгода все. Вот так-то это было больно. You have seized a strategic area. Move that junk! The enemy is seizing one of your strategic areas. We can't shut up!
Here we go. В прошлый раз, видимо, как-то это... Full speed. У меня все получилось. То, что я ему флагмана сразу снес, а потом он психанул. Сейчас... За счет мобильности он меня просто разбил. Кусточки. Окс. You have accumulated 50% of strategic points. Стреляет еще в меня. Наглости хватает. Enemy ship sighted. An escort ship went bang bang, boss. You got it, boss. Ну, по крайней мере, проиграю, но хотя бы по очкам, а не так, что слил совсем. Хотя, что-то может это я рано как бы сказал. Причем в маленького, да, цель? The enemy has seized a strategic area. You have seized a strategic area. Классно, да? А про светочки-то нет. Locked on, boss. Прилетели. That's not supposed to burn, Pixie! The fight is over here! Да его никак не опознать, ничего не сделать. Хотя ладно, вот он тут. Гасится. Ха-ха. Издевается. Просто издевается. Телепорт тут не спас бы. Here we go. Enemy ship sighted. The enemy is seizing one of your strategic areas. Его просто нечем из инвиза вывести. Попасть в него не попадаю. Просто good day, brother. I don't know how I can't fight. Трактор Пим решает, по идее, против них. Так вот, получилось 8 игр, да? 7-1 пока. Ну, еще парочку посмотрим, чтобы...
английский, конечно, печалька, поэтому не смейтесь надо мной. Так, там у нас Тау, да? Тау это тоже сложные всегда противники. Вот они, если грамотные, он в принципе может вообще сходу мне вмотать без проблем флагмана и после этого расстреливать тоже по очереди. Но почему-то не все они так делают. Название у кораблика классное. Крепыш. Пыш-пыш-пыш. Крепыш. Over there. Full speed! Faster, you grots! We're ready. You have seized a strategic area. The fight is over here! Так. Че он тоже? Где всех попрятал своих? То есть у него, в принципе, видимые только маленькие кораблики. А все остальное, значит, спрятал. Fox is best. You got it, boss. Hit a red button. Сейчас у нас полетит всякой лажи. Торпедной ракеты. Все подряд. You go in, boss. You have seized a strategic area. Faster, you grots! Я что-то не знаю, юзать кнопку еще раз или нет, в принципе. Подождать перезарядку потом еще раз. О, тут вот такая вещь. Интересно, Тиф. Интересно. Серьезная. You have seized a strategic area. Крепость я в прошлый раз сдрался. Где, да? Move that junk. We crashed up on the enemy ship. Конечно, в маленькие кораблики попробую сейчас заехать. Enemy ship sighted! Кто бы их между собой попробовал? Get them! Врезались. Here we go! Thank you.
правильное решение, потому что я решил. Им, да, не делал кто-то там, что им надо. Двигатели, то, что им вообще не нужны никому. Мы же с ними так об этом не договаривались, да? Менг, здорово! Я камушки твои пробовал. Вот, маленько не те, наверное, брал. Вот ты черкани мне, пожалуйста, какие камушки взять. Я возьму, просто ради интереса. Хочу потестить. Потому что я что-то брал, не знаю, что. Ты мне напиши, я после этой игры попробую. Сейчас еще разок сыграют, как раз мне 10-я игра получится. Так скажем, для собственно это статистики. А вот потом можно что-нибудь поизвращаться маленько. Дядь Кабенк сейчас нам скажет, какими астероидами правильно рулить. Опять Тау. А тот же нет, я что-то не, имя у того не посмотрел. Да нам пофиг, мы через камни полетим. Жорки. Faster, you grots! Orcs, orcs, orcs! Тот же это интересно, или другой какой-то? Хотя вот четыре цели, да? То невидимые были маленькие кораблики. Move that junk! Не, это другой, видимо. Либо билд другой. What you want? You have seized a strategic area.
You have seized a strategic area. Here we go! The enemy has seized a strategic area. Сейчас посмотрим, кто там. Много там звезд смерти или нет. Тут кораблики, да? Кораблики, кораблики в меня сейчас полетят. Как-то так вот, наверное. Будем драться сейчас с ними жестко. Разносят флагманов в хлам, я так понимаю, первым делом. Я ему стараюсь. Просто через... Как быстро он мне его убьет? Что произойдет быстрее? Понятно, он зафокусил сразу, все. По крайней мере, по добилкой у меня за смерть не это. Сняли морали под добилкой. Сейчас. Давайте стреляйте. Так, сразу испугался. Конкретно так причем. Орковский таран, короче, по ходу дела такая штука напугательная вообще. Ты что, просто сыканул. Вообще, без вопросов. Да чё, почему? Я не понял, а почему у меня отображает, что типа серебряное? Чё это такое вообще было? Откуда он такой попался? Ладно, в общем, получилось у меня... Чё получилось? 9-1 получилось из-за 10 игр. И проиграл я топ-6 парню. Вначале выиграл, потом ему уже проиграл. Сейчас попробуем камнями поиграть. Гляну тут как-то, что вообще происходит у нас. 37. Ну, Напса, по крайней мере, обогнал по статистике. Здесь тоже обогнал. Ага. Верно, что-то орками тоже перестал пока играть. 37. То есть это получается... Третья страничка, да? Ага. Да, хотя бы в топ-10, что ли. Вот с этим вчера играл, с этим играл. Вот этот хаос классно играет, я у него билд посмотрел. С этим сегодня два раза сыграл. С китайцем вот с этим два раза играл. 1-1 тоже. Давайте пробовать камнями. Камнями вот еще я... Ну, возьмем, наверное, тоже скорость ими. Чё бы еще ими брать? Камней я набрал. Менг, ты тут нет, посмотри. Камней тех взял, нет вообще? В общем, 4 такие камушка. Ну, можно, наверное, 5 взять. Ну, что-то мне больше понравилось. Так, попробовать. Хотя мало. И мелочи.
много. Давайте попробуем. По новости что-нибудь переделаем. А не знаю почему, просто вот китайцы какие-то, видимо, руки у них не сильно кудрявые. Как он там имперцами топ-2 держит уже почти неделю, я вообще не понимаю. Потому что на них, что там надо на них делать, чтобы... Кстати, мы с ним, по-моему, играли. Причем я играл еще с Space Marine'ами, и он вообще спокойно меня убил в то время. Какие-то они такие, видимо. Надо ворваться туда, чтобы не было им счастья. Ой-ой-ой. А я какими-то каменюшками. Блин, парни, за некронов я вообще никогда не играл. Ни разу даже не пробовал. Я даже не знаю, какие там кнопки жать. А хочется за хаос поиграть. За хаос мне интересно. Вкачать его до 10-го, там обилки всякие классные у них. Ну, чисто ради этого. Что? Вот сейчас будем камнями играть. Я тут очень сильно удивился, как эти камни торпедами стреляют. Это вообще прикол. Они, оказывается, их просто во все стороны стреляют сразу. Просто во все стороны. Мы, говорит, по-другому, говорит, не можем, поэтому, говорит, вот так вот. Не, за хаос, да, там дальность надо апнуть и... Нормально. Чтобы вообще издалека разматывать и все, чтобы... Ну и подсвечивать, надо еще успевать. А здесь, я не знаю, здесь... Камни эти, не эти, хз какие камни, сейчас будем пробовать. Они вроде как тоже, по идее, тут далеко стреляют, но с маленьким очень уроном. А вот этих, по идее, 4 пушки. Так-то, конечно, логично, что 4 от этих пушки по 48 урона это больше, чем 1 140, по 144 и там 2, да, по 48. Ну, блин. Тоже. А тут вот орк, который играет, то есть стратегия, которую играю я. Сейчас будет, скорее всего, это. Нас подразмотают, наверное. Не чувствую. Флагмана просто вынесут, и потом мораль начнет падать. Хотя я так понял, что у Каменюк зато критов нет. И, ну, их не критует вообще. Абсолютно по барабану там, в плане критов. А тут летит на меня толпа. Ну, толпа, походу, не прокачанных орков. Все равно у нас просто меньше намного получается. You have seized a strategic area. Сейчас посмотрим. Давайте-ка, пацаны, рубую я с нами сразу. You got it. А то что-то мне страшно. You have seized a strategic area. А вы не будете с нами. Вы you want us over there? Так, а тут тоже какая-то движуха, какие-то торпеды в нас летят. Там может тоже что-то. Что-то там другое. Да, да, там. Там большие кораблики. А, там. Там жесть. Я в него влетел, да? Так,
пепки побахнуть. Камушки. Не те камушки, видимо, которые нужны были. Че, я не понял, как его. Хотя стоп. Че происходит? Так. Что-то поменялось резко. 25% of strategic points. Как вообще ими стрелять? Я вообще не понимаю. Мои-то почему? Почему мои-то решили бунтовать? Вы чё, придурки? Вы-то чё? Давайте помогать. Ой. Ну и что вот делать теперь? Еще куда-то сыканул. Что-то не слышно, давай стреляться. Не знаю, может на таран его попробовать, конечно, попахнуть. Ты перестань паниковать, малыш. You have accumulated 50% of strategic points. За хаситов летаешь по кругу. Я не знаю, из-за чего слив. Слив из-за того, что кораблики у нас стрёмные были. Походу. С этим я уже тут сейчас. Я ему хотел в спину зайти. Просто сейчас. Теперь будем просто, значит, выживать. Что у него там есть из маленьких? У него маленький кораблик есть, да? Да нет, все, проиграл я. Хотя у него сетап так-то стрёмный был. Факт, если так у него будет стрёмный. Тут
получается, сами-то эти камни-то, они вроде как, да, прикольные, что они довольно-таки живучие, все, но... Не знаю. Зачем им эти торпеды, которые в четыре стороны летят, я вообще понять не могу. То ли их держать всех в куче прямо вообще и отстреливаться из середины, ну... Проиграли как бы такому себе орку. Давай хаосом сыграем. Тираниды. Я не знаю, кто это. Сделаем щиты неуязвимые, ладно. И... Вот так, наверное. Непонятно, орками на самом деле получилось. Да, там за каждую фракцию отдельно, то есть, в принципе, не паришься за счет того, что ты не умеешь играть какой-то другой. Так, империя опять, да, у нас? Виктор там попался какой-то. Виктор. Я сразу вам включим дальность, чтобы не заморачиваться. For the ruinous powers! We'll follow your command for now. Двигателя им отстрелим. Сходу. Show us our victims! Просто там вот я за них еще не совсем знаю, что брать. Ну, может бомбу, конечно, стазисную эту брать, но я что-то вот решил щиты пока взять на 10 секунд, да, там. Посмотрим. Хаос, прикольно, довольно-таки быстро летают кораблики, стреляют далеко. Не знаю, мне нравится в этом отношении. The enemy has seized a strategic area. Show us our victims! Теми туда полетим, значит. Сразу же, вот так вот. Setting course! Enemy ship sighted! Так, это вообще что-то как-то резко проявилось все-таки. Я ее не видел почему-то. Если честно. Что это за быстрые такие новые? Очень даже, я бы сказал, быстро. Интересно, почему я не могу щит призывать?
пошли погулять. Ну, там погулять, с Катей они там пошли. Кстати, вот вроде же прожал, что щиты не вызвали. Почему оно так это? Раздамажило. Чего это дамажило? По факту больно. А хорош. Сколько у него их еще? For the war master. For the dark gods. Или я с дистанции что-то на, если честно, на это. As the war master wills. Пошли ты. Хочешь что? Your orders. Потому что что-то я как-то меня сбривает нахер. То ли нового вот этого, конечно, это жесть. We stand ready. Repair that damage at once. Your orders. Slaughter them. Хорошо, размазались. We cannot fight on. Вообще ничего не могу. Не знаю почему. Ну, понятно там, да, он. Щиты там всякие. Все, я слетую, во-первых. Толком. Во-вторых, меня. Всяческая херня. Попробовать ему. Флагмана накил. У меня сейчас просто морально пойдет у пацанов. Все. Вот еще смотрите, сейчас мы стену сбили. Благополучно. You have accumulated 25% of strategic points. Просто криты вообще не проходят, я ему ни мотор, ничего вообще не поломал. Во-вторых, щит я ему толком даже снять не могу, чтобы что-то вообще произошло. Смотри, пошли. Стены врезаться.
полным ходом. На самом деле, мне кажется, то, что нового за него стреливало так, ну, просто размотал. Так-то бы. Может и ничего. We stand ready. The enemy is seizing one of your strategic areas. Непонятно, надо учиться за них играть. For the ruinous powers. Конечно, но... То есть мне закритовали вообще полностью все корабли. У него вообще пофиг. Вот я по нему долбил, что он генератор я сломал в конце концов, да? Это один корабль. But now, show us our victims. Setting course. Engines hot. Чем это был, ну, вообще не вау, чувак. Давайте вот так все-таки попробуем, значит. Еще разок попытаюсь. Против орка. Ну, давайте посмотрим, как это будет работать против орка. Дистанцию надо просто жестко держать, похоже. Но как тоже так-то ведь ее разрывать, учиться. Разок еще попробовать и обратно на орков возвращаться. Так-то там еще не достигнут результат, который нужен. Факт, он стреляет дальше, чем видит, на порядок. Поэтому надо аккуратненько подсвечивать, надо будет сейчас. We are unstoppable! Значит, и стрелять. Орков тут пачка, куча мелочи.
Show us our victims! Engines hot! Будем пробовать. Повесить где-нибудь вот здесь вот маяк. Пытаться из-за облака стрелять что ли как-нибудь. Да, всего 6. Без вариков. Там орк против меня. Enemy ship sighted! Setting course! You have seized a strategic area. We stand ready! Show us our victims! Надо как-то... Tear them apart! Отстреливать, короче, их. Просто издалека. Пытаться. Пока что. Enemy ship sighted! The enemy has seized a strategic area. Enemy ship sighted! Reporting! Enemy ship sighted! Какая такая точность, что? You have seized a strategic area. For the dark gods! Enemy ship sighted! Set engines to full ahead! We'll follow your command! For now! Смотрите, вот это что такое вообще? Как они умудрились? Два умника убить, а просто полным ходом пилить. Я куда? Вообще никак не знаю. Причем решил Enemy ship sighted! Our strike team slaughtered them! Enemy ship sighted! Slaughter them! The enemy has
has accumulated 25% of strategic points. I cannot, Master! Set engines to full ahead! Moving to those coordinates! The enemy is seizing one of your strategic areas. Enemy ship sighted! We'll follow your command! For now! Your orders! Show us our victims! Let the galaxy burn! Какое дело? Какие стрелки? Идем к данному пункту, ну, уже вроде флагман улетел, а эти держатся как бы на морали. Без проблем. Такая штука. Strategic area. For the War Master! Ship lost! Ship lost! The enemy has accumulated 50% of strategic points. Your orders! We are unstoppable! Enemy ship sighted! Маленьких своих ядра, походу, так подсыл. Break them! We stand ready! Выбор. Your orders? Ну, расконтролили. Все равно. По чуть-чуть. Всем слабенький. Парень, давайте, ладно, по моркам продолжать, потому что хочется все-таки пока играть орками. Это этот же, что ли, хуман? Нет, другой какой-то. Хуман.
Хуман был там. Но... Ну, потом расскажешь. Enemy ship sight! You want us over there? Да просто можно, да? Ox is best! Империя, империя, да, с нами начнет сражаться. Империя. Yeah? You have seized a strategic area. Ой, какой, смотрите, злой. Торпеды стреляет. Куда-то там. Три торпеды выстрелил. We's ready. 18. Где-то у него еще что-то. Главное, опять сейчас, чтобы он ни с того ни с сего новую не начал кидать мне. А то они же вот такие. Hit the red button. Любители. You got it. Серьезно. The fight is over here. We won. Хорош, хорош, не туда пойду. Это же другая эта группа. We's ready. Move that junk. You have seized a strategic area. Locked on, boss. Погнали. Move that junk. You got it. Get them. You got it, boss. Yeah.
accumulated 25% of strategic power. Че, где мелочь, что в нем все так разумело? Я могу вас на таран взять просто сейчас. Сейчас развернусь. На таран будет весело. Вау-вау-вау! Убиваемся. Это стратегия работы. Пути ничего не Вот опять нас эльдары непонятные. Будем страдать против эльдариков. Oops! Hit the red button! Wings ready! You want us over there? Успевает прятаться. Oops is best! Не успел я понять, что там такое. Here we go! Ну ладно. Забыли звездолёт. You want us over there? You have seized a strategic area. What do you want? False fate! The enemy has seized a strategic area. Что ему кританула? Ничего не кританула вообще.
просто. Enemy ship sight. Yeah? Thunderstorm. Enemy ship sight. The enemy has seized a strategic area. Time to stomp them! You got it, boss! Move that junk! Faster, you grots! Улетает от нас, да? Улетел. You got it, boss! Hit the red button! Я вообще психану кнопку тут прожил, да? Move that junk. Не дотягивайся. You got it. Faster, you grunts. Маленькие вот эти кораблики не улетают. Фиг догонишь. Хорошо, вы понимаете, что я его в угол карты, скорее всего. Просто затяну. Если получится. The enemy has seized a strategic area. Enemy ship sighted! Oops. He's ready! An escort ship went bang, bang, boss! We won! Is best. You want us over there? You have seized a strategic area. Pretty much. You have accumulated 25% of strategic points. You ain't there possibly. The enemy has accumulated 25% of strategic points. Четкая дистанция так это. А раз такой. Oaks. Get him! Full speed! Yeah? Move that junk! Yeah? The fight is over here! You got it? Here we go! Faster, you grunts! Full speed! The fight is over here! The fight is over here! Enemy ship sighted! We'll get them, boss! The enemy has seized a strategic area. Но вот что за прикол, там дистанции что ли не хватало, там же нормально все было, то есть его
По-любому накрывало. Что за бред? Enemy ship sighted! I can't, boss. Mech boys, get to work, you lazy gits! Faster, you grots! The enemy has accumulated 50% of strategic points. Boss, we gotta go! He's ready. Дай похер. Как у нас все получилось? Беспонтово. Here we go. У нас принтах такой сразу подорвался, да? Faster, you grots! Че, ему снес что-нибудь, нет вообще? Ничего, опять не снес. Критов не бывает, значит. Move that junk! Теперь. Ну как бы, блин, он так месяц по очкам будет выигрывать. Надо что-то предпринимать. He's ready. По факту. You got it. You got it, boss. Куда-то он убежал. Ты маленький корабль просто остался один. И то он какой-то весь. The enemy has seized a strategic area. Enemy ship sighted. Our escort went boom. Orcs is best. He's ready. Да, пофиг, он спокойненько. Тоже точно так же получается, что мне сейчас просто перекрывает мне обзор и все, я ничего не могу сделать. По факту. А он захватил все и внутри я могу, наверное, контролировать, да, получается? Как-то. Допустим. Попробуем вот так вот, что ли. You got it. Enemy ship sighted. You have accumulated 50% of strategic points. The enemy has accumulated 75% of strategic points. You got it, boss. Ну разворачивайтесь уже, господи. Я же развернуться не могу. You got it.
Move that junk! We's ready. You have seized a strategic area. Так. 3-2, у него капец по очкам, да, преимущество. The enemy has seized a strategic area. Ближайшую придется захватывать людей, стараться. Hit the red button! What you want? Сейчас захватим сюда, встанем. You have seized a strategic area. Между ними он туда не сунется. Маленьким куда-то убежал, правда. Блин, поздно я начал, конечно. Но вариантов-то нет. О. The fight is over here! Ну вот он, да. We'll get him, boss. Идите сюда. We's ready. Туда. Где у меня? The fight is over here. Убиваторы. You got it. The enemy is close to victory by strategic points. Faster, you crap! Move that junk! Yeah? You have seized a strategic area. Ну, поймал, так поймал. Ты там в астероидах где-то. Так. You got it, boss. Вопрос, как его? Вот мне его никак не будет. Он будет сейчас меня просто разматывать и все потихоньку. Потому что ничего не сделаешь. Но точку надо у него отжимать в любом случае. По-любому. Там сотка осталась, если сейчас захвачу, то. Может быть. You have seized a strategic area. Еще какой-то шанс на что-то будет, а так. We's ready. Он одним кораблем все равно будет дальше. Full speed. Один, ладно, пожертвуем этим, походу. You got it. You want us over there. You have accumulated 75% of strategic points. Молодец. Оливер. Оливер, Оливер. Ладно. Десять два и оба раза друхарем проиграл. Оба раза одинаково меня закайтили. Хаос, хаос. Хаос сегодня был против орков? Вроде не было.
want us over there? Yeah? Ну, хаоси ты. Ну, давайте. Подходить. Видимо, реально порезали вот шанс крита, как бы по этим. По большим кораблям, когда ты с легких крейсеров стреляешь. С легеньких вот этих, короче, мелочь. Получается. Фиг ты им двигатель сломаешь. You have seized a strategic area. Orcs is best. Hit the red button. You have seized a strategic area. Карта интересная такая, там ровненько, короче, одинаковые точки все. Довольно-таки это забавно. Here we go. Прям симметрично. The enemy has seized a strategic area. Такая уже дальнобойность, да, у них? Прямо. The enemy has seized a strategic area. Хороша. Будем терпеть. Пока можем. Wings ready! Вот почему он не поехал? Он почему не поехал? Как это? Смотрел на него, вообще даже не заметил, что там это, что там ловуха. Ничего страшного, ловушка. We's ready. Ой, простите. The fight is over here. You have accumulated 25% of strategic points. Нормально? Движок снизу. Here we go. Я ему похер, он дальше полетел. You got it. An escort ship went bang bang, boss. Вот это что такое за корабль? Кто его там так разматывает? Иди в лагу. Move that junk. Boss. More attacker.
You want us over there? Full speed! Faster, you grunts! Там вот Фахонар еще герой новый появился. Я вообще думаю, Фахонар маленький. Заиграться. Чуть-чуть. Faster, you grunts! Let's show them. Второй раз мы видим критануло или первый? Первый, да? Here we go! Тут второй. Move that junk! You have accumulated 50% of strategic points. The enemy has accumulated 25% of strategic points. Понятно, что я не убить-то не могу. Что, такая толпа понимает? Гоняешься пачкой за ними просто и все. Дим Вишен, да, зовут человека. Ну-ка. Посмотреть хоть. Кто это такой? Что-то знакомое, кто делает этот парень. Вот с этим даже играл. Помнится. Напс. Играет или меня то, что вот я проигрывал, меня скинуло так сильно. Или что, потому что я же вроде его обгонял уже. Не понравилось, видать. Ну да, так-то 42-й, а был 37-й. То есть я один раз проиграл, получается, орками. И меня вот так вот жестко... А, два, да, я проиграл. И меня вот так жестко отбросило. Капец. По идее. Тут то ли от киллстрика тоже жестко зависит. Ранг как бы расти начинает, то ли как.
Хуман опять. Нет, 30 уровень, так-то это можно посчитать, это у него хоть минимум, вот этот был трухарь, который, у него 30 уровень, это что у него по 100, 300 игр у него как минимум, да, если даже он вообще бы все выиграл, скорее всего там, где-то, короче, 400 точно он ими сыграл, 350, жесть такая. Стрелять своими этими бабахалами, ну, ой, которая, нова, короче, да, чтоб нова не начали опять шмалять. Маленькие ракетные шняшки. Четыре штуки целых. Ну вот, ты посмотрите на этот корабль. Ну это что за интеллект искусственный? Вот что это такое? Что он вообще делает? Просто если я сейчас нажму на кнопку, он улетит вообще в неизвестность. Решили, что не могут так себе позволить делать. То, ну, то. Хорошо, мы развернулись. Что дальше? Ваншот, нет, привет, нет, я обычно играю, не пачку.
Хочешь, давай 2 на 2 побегаем. Я его, в принципе, поприкалывался. Пойдешь? Ну, обычную не бету, да? Ну, давай, я тебя жду. Заходи, повеселимся чем. Чтобы вспомнить, чем я там играл. Ты будешь жить брать улучшение? Кстати, я не знаю, как распространяется рейтинг 2 на 2 и вот тот, который только расу, и там неважно, 2 на 2 ты играешь или 1 на 1, или это как-то все-таки отличается. Мне вот интересно. Типа хоть так, рейтинг один, да? То есть если сейчас орками сливать, я там солью, короче, да, получается? Ну тогда... Сейчас будем играть какими-нибудь этими, по фану. Тогда проверим сейчас. Морковкин. Морковкин. I wanna set the universe on fire. Feel it burn tonight. Чё, это? Типа, вах, и всё. Летим в атаку. Я врежу. Кстати, да, вот 2 на 2 в бета на 1000 поинтов. Она только как-то это... Что-то включить ее, да, как-то? Вот, да. Так. Ну, я только что... Стартуй первый, чтоб я в тебя не впилил, а то это... Вижу за тупик. У меня маленько побыстрее. Кораблики. Окей. Сейчас я выключу. Чтоб не было.
Faster, you grots! Да, конечно, кораблики красного цвета, чё ты хотел? Поэтому и это... Чё с этим вот стрелком ворошиловским делать будем? Мне что-то не нравится, что он мне тут в бочину напихивает. Чё, я так это... Ай-яй-яй. Я предлагаю его размотать, короче, сейчас полететь. Куда ты? Сюда. Началось тут. Моль пустили всякую свою. А что-то еще накроет. Ну капец, так то. Еще и в этом. Он сейчас скотина вырвется сейчас, получается. Не вырвался. Че, давай я за вторым эльдариком, а ты за Тау попробуй. Разматывай. Единственное, я его просветил. У тебя есть чем просветить у меня, потому что что-то я прожал как-то и это. Все печально в этом плане. Вообще. Очень все печально. Я флагшип побольше надо. Fatal Error, говорят. Крашнулась игра. Непонятно почему. Так, сейчас я попробую пока этот сделать. Раз такое дело случилось. Бету. Кто-то знает, нет, там какой-то код надо вводить, или как там это вообще что-то делается? Ну-ка. Все понял. Сейчас типа загрузится. Ребятки, маленько придется подождать, пока это все загружается. Что-то она как-то подвтупливает насчет загрузки. Не знаю, в чем дело. Ну, наверное, сейчас запустится. Я пока отойду. Минутки на 3, на 4. Пока туда-сюда.
Сейчас докачается, тут еще, наверное, минутку, я так думаю, полторы будет качаться. И поиграем. В общем, потерпите, грузится, выпендрился, что места нет, потом место появилось, сейчас он опять грузится, беда какая-то. Да, размер больше 100 пудов, вот она мне тоже выделяла. А ты, кстати, проиграл там, где я вылетел?
15 секунд вроде как осталось. Что-то пошло не так, я не знаю, как она. Просто тут что-то. У тебя скачалось, нет, Ванжан? У меня вроде как скачалось, но пишет, что времени до запуска осталось нереально много. Ужас. Время до запуска осталось 8 дней. Уже 17 дней. Я просто пишет 47 дней. 6 кг. Причем увеличивается постоянно. Теперь 239 260, причем так это в обратное выкачивает. Больше года, говорит, не играй больше вообще, говорит, все, времени осталось больше года. Что-то сглючило, короче, а что, непонятно. Причем у меня качало 178 мегабайт, а не 80. Сколько времени качало, там гигабайт качало, 189. Просто мне интересно, если я сейчас ее закрою, она у меня вообще... Да, мне просто подготовка к запуску выше, больше года здравия осталось. А, не, вот пропало, что больше года. Я чувствую, что Steam просто завис. Перезапущу сейчас Steam. Не знаю. Что-то с ним произошло. В общем, что-то пошло не так. Я предлагаю, пока она тут у меня. Так себя ведет. Уже не знаю, что поделать. Загрузка остановлена. Загружается. Что загружается? Неизвестно. Все брожу с винтовкой по лесам, как сам, наблюдаю, слышу голоса,
Как сам? Свалил в тай, тут все побросал. Как сам? Похоронил всех, как он писал. По кресту на апостола, по монете на глаз, мы бедные люди. А у тебя что, как скачалось вообще? Так вот, я говорю, да, такое ощущение, что он там всю игру перекачивал, все эти там 20 гигабайт или сколько. Все. А сейчас просто у меня подготовка к запуску и ничего не происходит. Там, где нас нет, горит невиданный рассвет, где нас нет. Да. Море и рубиновый закат, где нас нет. Лес, как малахитовый браслет, где нас нет. На лебединых островах, где нас включу нет. Пока забавную шпильку. Пока, видимо, да. Вымышленный город, вымышленный парень, золотом приколюсь. Во сне. Я вижу дали иноземные, где милосердие правит, где берега кисельные. Ну-ка слезы вытер, то ли дело их сын, сразу видно, что он лидер. Слышишь, если спросит, то ты ничего не видел. А он весь в отца, из него ничего не выйдет. Кто же не знает, у всему двору сосало. Это что такое? Руки, я кому сказала? Все разворовали, а бывал непобедимым. Ваш ребенок замкнут и не ладит с коллективом. Марш, детский сад, дружный класс, дважды два, раз на раз. Баш на башу, засал мне пацан. Что там, то ли Стим вообще включил, то ли что? Там синяк, хулиганство даба. Как ты смел, кем ты стал? Мой-то, да все в облаках, как детство витает. Ты ничем не лучше других, чудес не бывает. С нею, да без шансов, он же пугалище с виду. Хули ты все умничаешь, сука, ты чё, пидор? На, сделай пару тяг, стены полетят. Чё ништяк, по 60, бери сейчас, тихий час. Твои друзья, 10 негритят, все пиздят. Скажите всем, но перекосят, строгача. Как вышел и каждое лето классно хватит. Сожалею, у меня тебе пишет, что у меня 0%. Просто 0%. Как будто она у меня не скачана совсем. Теперь начал писать, что сколько времени осталось, но хотя бы в обратную сторону считаю. Что-то скачивать начал с интернета. Ты ж моя принцесса, ваша цель выжать все из ее учебного процесса. Мы в Женеву на месяц, не жалейте их, профессор. Младшая будет красавица, это так, в довесах. Сядьте прямо тут, обеденный стол, юная леди. Что за ветер в голове, что за тон и манеры эти? Мне тут на пеле кто-то в кресло вице-мэра метит. Постеснялся бы хотя бы своим предям сварить при детях. Завтра важный этап, частный пансионат. Ее нрав исправит, как высококлассный остеопат. Раз так страсти кипят, ее в раз тут остепенят. Что с ней происходит, вообще не понимаю. Что-то там подготавливает, обновляет, скачивает постоянно. 1% здесь скачало, ну, не знаю. Я пока вот покажу вам вот такую, ребята, шпильку. Я даю на роскошь новшество, тебе не даром это. Твари запросов общества, тебе не пара. Съешь их, добавишь серый рутинный цветов. По-быстренькому сыграть. Тогда как... Короче, по космическому кораблю надо бродить и РПГшка вообще такая. Есть режим арены, то есть просто с монстрами драться постоянно. Поэтому я сейчас его сделаю. Всякие разные персонажи, короче. Вот у меня, в общем, такая мультяшная. Три у меня парня. Здесь вот карта типа корабля. Какие-то шмотки. Стартер. Ну
ну и будем драться с монстрами потихоньку. Они все сильнее и сильнее, короче, типа арена. Каждая команда более сильнее монстров. Шмотки дают там, опять и качают. Ну это упрощенный вариант, то есть так надо по кораблям разные корабли там исследовать, всяко разно про них ходить. Это вот упрощенный вариант. Разные у них обилки, как у каждого там меняются они. Что 16 минут будет еще под опять что-то качаться, но она полностью такое чувство, что игра заново вообще по полной. Ужас. Это патча.
точно не могу его. Можно. В принципе, всякие деревья умений там, все такое. Это у нас танк. Танк, значит. Танк будет у нас печь. Это у нас. Это у нас техник, да? Макер у нас получается глубокий. Почему у нас лидер оказался? Я хотел так-то другого взять, но взял почему-то лидера. Ну, пусть будет лидер, ладно. Еще так, конечно, ну, сетевую, пахнет. Теперь предметы, значит, что мы можем сделать из урона? Мечей нам не выдали, да? Пистолет явно не пойдет. К нему можно присобачить прицел. Танка поставим. Уже, наверное, пока оставим себе, ладно. Так, следующий. Следующий у нас. Милишник. Пушку поменяем. Сетим, конечно, сделаем. Следующая комната, следующие мобы. Уже такие. Робот,
это вообще, ну, там кто смотрит, нормально, нет, я могу выключить, если не нравится. Пока загружается. То, что загружается. Да-да-да. Насчет перекачивает, это реально там, похоже, полностью все перекачивается, потому что, ну вот мне 7 минут еще осталось, у тебя долго, нет? А это, да, похоже, когда программа, только она такая, это... Ну, понятно, другая. Ну, на самом деле, прикольно, мне понравилось, я как-то тут посидел, так поиграл прямо. Thank you.
оружие дают посильнее. Полный набор, короче. И кончились парни, да? Так, ты у нас кто? Ты у нас... удар, акустический удар, у нас что-то дробящий двойной. Вот так вот сделаем, пожалуй. Сюда что-то, ничего не идет, да? Новых приплод не дали, бронька, у тебя 30, 31, 37 максимум. Еще можно же. Да. Сопротивляемость урона. Теперь ты. Нет, ты лучше. С оружием ты с винтовкой так будешь. Ну, короче, там дополнительный урон всякий разный. 8 стало 10, это хорошо. И такие едем сюда ему. Склонение. Урон минус щиты. Урон минус щиты. Фигня новая нет, это нет. Все сделано. Так, автомат. Было 7. 10, тут 8. 20% шат сблокировать одну карту на один ход при попадании. Плюс прицельная и очередь. Да, есть тут две очереди. И урона больше. Ладно, так, значит. Так, сейчас я чекну, как там обновление. Заново. Короче, у меня она по ходу дела скачалась, и ее опять глючнуло. И она опять пишет, что осталось нереально много времени. Я, если честно, вообще просто в шоке, я не понимаю, что это такое. А так она типа загружена на 100%, ну, скачана на 100% пишет. Поэтому я что-то, если честно, не пойму. Как тут быть? У тебя скачалась, и она у тебя запустилась? У меня потому что нет. У него опять там время просто это. А, ну вот установка, он пишет. Причем скачал 10 гигабайт в оконцовке. А насчет установки что-то ничего не говорит. Хотя места ему вполне нет. И реально качнуло 10 гигов.
А у меня почему-то они запускаются. Сейчас я, короче, перееду. Из этой выйду и вышки вообще все перееду. Перезапущу, потому что что-то это бред какой-то. Если в стиме возле названия игры есть, то все норм. Да, у меня нифига, по-моему, там такого нет. Сейчас посмотрю. Нету. Не знаю, что за фигня, у меня, в общем, нифига не получается. Захотели поиграть, сломали игрушку. Сейчас я, короче, вообще все бахну, стрим, я попозже то появлюсь. Перепробую, я тебе в стиме напишу, когда зайду, попробую сейчас вообще все перезапустить нафиг. Посмотрим, что получится. Ребята, давайте это, кто смотрел там, всем спасибо, попозже увидимся.